В Сочи клиент одного из элитных ночных клубов получил серьезные травмы во время потасовки с охранниками. Случайный свидетель снял на камеру мобильного телефона, как компания горячих кавказских мужчин, не пройдя фейс-контроль, пытается прорваться в увеселительное заведение. В попытке миновать заслон дебошир начинает потасовку, но численный перевес на стороне секьюрити, которые уговаривают молодых людей уйти по-добру, по-здорову. Однако клиенты уже не слышат слов и путь на танцпол расчищают себе кулаками. Обмен толчками, бросками и ударами продолжается несколько минут. Точку в поединке ставит один из охранников. Он роняет самого активного нарушителя на землю и ударом ноги отправляет его в нокаут. От мощного удара молодой человек теряет сознание и скатывается со ступенек. Остальной компании приходится отказаться от похода по злачным местам и на руках выносить пострадавшего товарища из заведения. Впрочем, напоследок мстительные гости пообещали охранникам реванш.